Всем доброе утро! Сегодня мы будем работать с этой прекрасной шпалерой из липы европейской, сорт Палида. И сегодня мы ее будем уже второй раз застригать. Мы уже один раз стригли ее, и сегодня у нас будет работа по ней идти. Сегодня мы поработаем с верхом. У нас, вот видите, сейчас покажу, верх зарыхлился уже. То есть где-то снесем 75%, 25% верх оставим. Вот. Потом также поработаем с плоскостями. У нас толщина, рабочая толщина шпалеры идет 70 сантиметров. Мы сделаем, натянем веревочки классические. Вот так у нас пойдут веревочки. Оп. И начнем формировать. Видите, как все у нас заросло хорошо. У нас здесь были и подкормки, внекорневые, корневые. Естественно, отличный полив. Сегодня вот эти все уберем. Слип. Вот видите, что наросло. Секатором все почикаем, почистим. Вот хорошо стволы стали. Как только укоренение прошло, стволы значительно стали утолщаться. Вот такой сейчас эффект у нас здесь. Так что сегодня мы это все стрижечками сделаем. Вот такая вот зона у нас здесь хорошая. Вот. С соседями поработаем. Тоже здесь, наверное, договариваться будем, чтобы туда потом залезть, все убрать. Вот такой эффект сейчас, видите. Вот, трехъярусная живая изгородь, кстати, очень интересно здесь. А здесь у нас вон идет боярышник сливолистный. Вот, будем работать штилями, то есть штиль на штанге, кусторез на штанге и обычный еще. ХЛА-85 и ХСА-86. Вон у нас что это такое. Липко. Вот такой эффект у нас идет. А так в целом вот живая изгородь выглядит. Трехъярусная живая изгородь. Вон. Что это такое у нас? Тля, наверное, да, уже напала. Надо будет делать обработки. Обработки. Вот будем с применением вот такой японской лестницы трехноги все осуществлять. Видите? Вот. Она у нас работает на всю высоту, да? Прям до верха же достает, правильно? Да. Вот прям до верха достает. Татарский Версаль. Трехъярусная живая изгородь. Первый ярус — липа европейская сорт Палида. Второй ярус у нас идет боярышник сливолистный. И третий ярус у нас идет кизильник блестящий. Вот. Так что сегодня застрижем. Потом будем делать еще обработочки сегодня. Все обработки сразу все накроем после обрезки. Игорь Валентинович, сегодня обработку сделаем после стрижки все-таки. Да. Техкарту я напишу. А вот так в целом у нас выглядит наш татарский Версаль. Сейчас ребята разгружаются, и потом начнутся работы у нас. Вот сколько яблок у нас уже на этом. На яблоне. По-моему, сорт Строевской это у нас. Вот так вот. Значит, работа у нас будет осуществляться с применением, как я уже сказал, такой лестницы японской и вот такого инструмента. Это у нас, значит, кусторез на штанге ХЛА-85. Потом стандартный кусторез ХСА-86. Зарядное устройство у нас все на аккумуляторах АЛ-500. Ну, такая батарея АП-300. Вот. Ну и, естественно, ножницы Акацуне. Вот такие ножницы. Акацуне. С длинной, с короткой ручкой. Ну и шпагат нам нужен для того, чтобы сейчас разметку сделать, все натянуть. И уже потом начать все это застригать у нас. Вот. А, ну и плюс вот такой еще у нас ножницы есть на штанге. Вот такие на базе Фискарса сделаны. Вот. Здесь вот снимается чехольчик. Вот такие они. О. Вот такие ножницы. Сейчас инструмент весь почистят, смажут. И начнем работу. Вот такая лестница. Для ровной стрижки липы
шпалеров из липы был создан вот такой каркас, который позволит нам сохранить заданные габариты шпалеры. Вот так вяжется на той стороне. Вот у нас мастер топиарного искусства, искусства Неваки Игорь Валентинович сделал черновую сначала, первую грубую застрижку штилем. И вот сейчас уже делаем вот таким, можешь спустить аппаратик? Да-да. Делаем вот таким, фискарс, вот с такими ножницами, это у нас корректирующая тонкая, правильно? Да-да. И вот задан вот такой контур, мы его всегда делаем с помощью бамбука, вот такое натяжение. Это у нас нужно для того, чтобы четко соблюдать, сколько, 70 сантиметров, да? Да, 70 сантиметров, вот наш контур, и будет идеальная прям живая изгородь, вот эта шпалера наша. Вот так вот процесс происходит. А вот штиль как раз наш, классненький штиль, супер. Сейчас чуть повыше подберусь. Вот так вот идет застрижка. Вот таким образом осуществляется такая грубая сначала стрижка штилем. Видите, вот задается контур, и по контуру мы пошли. Вот у нас все маяки выставлены, и погнали. Снимем. Вот так вот это происходит штилем. Оп, и вводим. И идем. Это первая такая грубая, вот видите, а потом уже доработать будем фискарсом. Но самое основное, это, конечно, выставление маяков вот этих, которые мы сделали. Все, это наш шаблон, наша ТЗ. И вот таким образом происходит. Вот такая работа происходит у нас как раз со шпалерой. Уже второй сезон мы ее стрижем. И вот такой эффект имеем от нее. Стрижка, вот видите, контур уже значительно лучше видно. Ну еще будем дорабатывать, все причесывать, делать вот так вот. Ну и японская лестница наша, она всегда нужна. Вот, друзья, обратите внимание, значит, шпалера наша пострижена, корректирующая стрижка произведена. На все про все ушло 4 часа. Вот такой эффект мы имеем от стрижки. С этой стороны. Повторюсь, маяки вещь обязательная. Вот такой вот эффектик у нас. Вот итоговый вид. Это была последняя стрижка в этом сезоне. Всего их 2 штуки. То есть получается по сезону. Первую мы делали где-то, наверное, в мае, в конце мая. Лето было жарким. И вот сейчас следующее. И вот сейчас начинаем уже бояршек сливолистный застригать. Вот его контуры уже сделали. Вот видны контуры. Здесь вот такой проходик. И потом еще сверху поработаем. Повторюсь, вот делаем такими ножницами на штанге. На базе фискарс, кусторез. Штиль Хала 85. Вот такая модель на штанге. И вот сейчас вот у нас эта плоскость тоже уже сделана. Сейчас работаем с плоскостями по кизильнику. Все это делаем уже ножницами Акацуны тонкую. Грубую делали штилем, правильно? Да? Не
А, так, прям ножницами, да? Ну вот видите, филигранная работа, она происходит таким образом. Вот таким образом идет работа с верхом, с помощью штиля. Выбрали высоту заданную и работаем вот так идет. У него головка поворотная, можно под любым углом поворачивать. Ну там, по-моему, 3 или 4 позиции. И вот так это происходит. И вот со стороны сейчас я покажу. То есть вот плоскости поработали сейчас уже у боярышника. Второй ярус. И сейчас вот уже идем, дорабатываем вверх. Вот как это выглядит со стороны. Потом кизильничек вот так же бахнем. Вот он, третий ярус. И вот такая в целом у нас живая изгородь получается. Сейчас вот покажу со стороны. Вот видите, от соседей отгородились идеальным образом с помощью трехъярусной живой изгороди. Первый ярус у нас липа, европейская палида, потом боярышник сливолистный и потом кизильник блестящий. Вот так это происходит. Игорь Валентинович, под каким углом мы вот эту головку загибаем? Это, наверное, градусов... Ну, 9, а, не 90, а, наверное, 120, да? Да, где-то 120. У него сколько положений? А, у него 90, 120. 90 есть тоже. Да, 90 есть, 120, 120. И, по-моему, и вот 120, если еще, это уже 180, правильно? А, еще даже есть еще одно положение, да? Нет, вот еще. А, и вот. И вот такое положение. У него 4 положения, да, получается? 5 даже. А, 3. 4, ну, вот. 5 положений. 5 положений. Вот 5 положений под разным. Это очень удобно с ней работать. И вот высоту мы уже вот так задали. Вот. Как это выглядит сейчас. Потом вот это все уберем. Здесь у нас как раз кора. Вот, пожалуйста. Итоговый вид живой изгороди после стрижки. Это у нас, значит, боярышник сливолистный. Это у нас трехъярусная живая изгородь. Стрижечки закончены. Видимо, это уже была последняя стрижка в этом сезоне. И вот такой вид имеет живая изгородь у нас. Пожалуйста, все застрижено. Здесь у нас вот так. Здесь у нас вот так. И здесь у нас вот так. Вот так вот. Вот такой вид. Все. За один день стрижки были все произведены по этой живой изгороди. Татарский Версаль. Название проекта.